скучно. О, точно, пойду поем. Это как это так? В холодильнике пусто! Юля! Ну блин, придется топать в магаз. Так, ну вот я и в магазчике. Что тут у нас есть? Я слышу, как кто-то плачет. Звуки разносятся оттуда. Пойду посмотрю. Эй, малышка, ты чего плачешь и совсем одна в этом темном углу? Я потеряла маму, и я не знаю, где она, и мы пришли вместе с ней на рынок. А потом она сказала меня подождать около ларька, а я не послушалась и ушла посмотреть игрушки. А когда обернулась, мамы уже не было. Я теперь не знаю, где она. Я потерялась. Я потерялась. Потерялась. Не плачь, малышка, мы найдем твою маму. Обязательно найдем. Пошли за мной. Ладно. Пойдемте, тетя. Так, идем за мной. Я уверена, что твоя мамочка где-то здесь. Извините, извините, сэр, вы не видели мою малышку? Не-а. Малышка! Малышка! Малышка, привет! Доченька родная! О, как я рада, что ты в порядке! Где ты была? Мамочка! Мамочка, привет! Привет, моя солнышко. Где же ты была? Прости, мамочка. Я ослушалась.
и ушла посмотреть на игрушки. Я не знала, что я потеряюсь. Но слава богу, одна очень хорошая тетя, она подошла ко мне и сказала, что поможет мне тебя найти. И мы вышли оттуда, и я тебя увидела. Что ж, рада была помочь. Я не знаю, как вас поблагодарить. Не, спасибо. Благодарности не стоит. Это пустяк. Мамочка, а ты купишь мне мороженку? Пожалуйста. Извини, но мороженку ты не заслужила за то, что ослушалась меня и убежала. Я, конечно, рада, что эта пони помогла тебе и меня найти. Но мороженое, я считаю, ты не заслужила. Посмотрим, если ты будешь себя дальше хорошо вести, то тогда, может быть, куплю. А сейчас мы пойдем с тобой домой. Ладно. О, да. И еще раз спасибо вам за помощь. Рада была помочь. Что это там блестит? И сверкает. И светится. Сказать, что я люблю, с ветром за руку лучи нам ловлю. А хочешь, будешь спать, а я спою. И так близко над звездой мечту. Ты типа моя очень-очень-очень добрая сторона? Типа ты ангел? Что ж, это странно.